Дамы и господа, мое почтение. Стихотворение, которое вы услышите через мгновение, в частности для тех людей, которых обуревают чувства и настроения из ролика 29. Послушайте это стихотворение и живите, вопреки всему и назло всем. Коржавин Наум Моисеевич. Мне часто бывает трудно, но я шучу с друзьями, пишу стихи и влюбляюсь. Но что-то в судьбе моей, что, как на приговоренного, жалостливыми глазами смотрят мне вслед на прощание жены моих друзей. И даже та настоящая, чей взгляд был изнутри светил, что вдыхал в меня свежий, как море, и глубокий, как море, покой, истинная любимая, кого я случайно встретил, обрадовалась, но вдруг застыла, столкнувшись в глазах с судьбой. Я вами отпет заранее, похоронен, как наяву, похоронена ваша загнанная, ваша собственная душа. Я вами отпет заранее, но все-таки я живу. И стоит того, чтоб мучиться, каждый день мой и каждый шаг. Всем спасибо.